Бобинов Григорий, профсоюз действий, медицинский, межрегиональный. Вы знаете, я вас сейчас заинтригую. Я вас сейчас заинтригую, на меня вышел Путин и разговаривал со мной. Да ладно! Да ладно, ну чего нет-то? Прихожу, включаю телевизор. Телевизор включаю, он мне говорит, будешь работать до 65. Опа, я говорю, ну как так до 65? Ну вы посмотрите, 40% мужиков вздыхают до 60, умирают. Я не выдержу до 65. Давайте что-то другое придумаем. Он такой, нет, во всей Европе подняли возраст, и мы должны поднять этот возраст. Подождите, подождите, в Европе подняли, но они там работают по 5 часов в день. Мы работаем по 8. В Европе, в той же Германии 1300 часов, а у нас 2000. Но вы поймите, если в рабочем вы сделаете там 5-6 часов работы, возможно, он до этой пенсии дотянет. А так нет. Он мне опять какую-то ерунду типа... Но ведь на одного рабочего приходится один пенсионер. Подождите, вот здесь вот от Эмпура есть товарищ Кучук, он посчитал. Тот же никель, рабочий работает, и он зарабатывает столько денег. Внимание! Космонавты движутся к нам. Разворачиваемся на 180 градусов. Я продолжу, профсоюз действия Бобинов Григория, медицинские работники. Итак, мне тут Путин говорит, что у нас рабочий пенсионер один к одному, что не прокормить. Я говорю, вот тут у меня товарищ Кучук из МПРА, это такой профсоюз боевой, профсоюз, вот здесь МПРА. А он проговорил, что он просчитал, тот же никель, на никеле рабочий зарабатывает на 24 пенсионера. И он бы готов их прокормить, но у него эти деньги забирают. Кто забирает? Естественно, олигархи. Так если у него забрали деньги олигархи, так пусть олигархи тогда прокормят этих пенсионеров. Нет, говорит Путин, такого не может быть. Это мои друзья, и я друзей не могу обидеть. Поэтому олигархи так хорошо и живут. Итак, товарищи, есть долгосрочная перспектива, есть краткосрочная. По краткосрочной перспективе, чтобы более-менее, но я как медик вам говорю, чтобы как можно быстрее, как можно более здоровыми дойти до пенсии, надо сократить рабочий день, хотя бы как в Германии. То есть работать 5 часов. Второй момент это... Спасибо. Второй момент это долгосрочная перспектива. А долгосрочная перспектива, господи. Это надо вступать в профсоюзы. Профсоюзы это наше будущее. Объединившись в профсоюзы, чтобы вот за мной, я чувствую, вот за мной, за межрегиональным профсоюзом действия стоят сотни медицинских работников во всех регионах. И это сила. Также должно быть на всех предприятиях. На всех предприятиях должны быть стачкомы. Призываю Коммунистическую партию Российской Федерации, которая сейчас стала почему-то капиталистической партией Российской Федерации, помочь нам, нашим профсоюзам, в организации стачечной борьбы. Спасибо! Медицинский профсоюз действия! И домой!